Дни духовной культуры России проходят в Беларуси. Одним из самых ярких событий стало выступление оркестра национальных инструментов «Терема» из Санкт-Петербурга. На сцене Белгосфилармонии развернулось настоящее шоу, рассказывающее о национальных традициях разных народов. Через песни, танцы и музыку ребята знакомили зрителей с широкой палитрой национальных культур России и соседних стран. Одно из самых необычных произведений, которые мы сегодня играем, это такая хард-роковая обработка Грига в пещере Горного Короля. Мы играем с таким тяжелым звуком, но для русского оркестра это необычно. А также я хочу похвастать отличным солистом, который владеет горловым пением и играет на маринхуре, это монгольский национальный инструмент. Его зовут Батулга Ванчиндорж. Мы играем его собственное сочинение, потому что он студент Санкт-Петербургской консерватории по композиции. Участники коллектива учатся в Санкт-Петербургской консерватории и Институте культуры. За роялем Даниил Рабовский. Это его первые гастроли вместе с оркестром. Заканчивал я Петербургскую консерваторию по классу фортепиано и аспирантуру как концертмейстер. А в оркестре я играю, опять-таки, недавно, всего на паре тройки концертов выступал. И, в частности, я солирую в пьесе Цфасмана «Снежинки». Это такая советский джаз такой. Оркестр «Терема» исполняет народную музыку России, Монголии и Китая. Для минчан ребята подготовили и специальный подарок – блок белорусской музыки. На цимбалах солировала минчанка Вероника Прадед. Буду исполнять два сочинения. Первое – это молдавский танец «Джок». И второе – белорусского композитора Андрея Шпенева. Концертная фантазия на тему «Я табун стерагу». Да, мы не первый раз играем с этим коллективом. Сложности всегда есть. Чаще всего ансамблевые, то, чтобы точно была вертикаль. Вот, чтобы слышали музыканты друг друга. Так что над этим в основном ведется работа. Программа «Дней духовной культуры России» в этом году получилась насыщенной и разноплановой. В Минске и Могилеве ежедневно выступают именитые мастера и молодежные коллективы. В Лоеве Гомельской области прошел международный фестиваль «Славянское единство 2015», а в Российском центре науки и культуры в Бресте и в Доме Москвы в Минске состоялась ретроспектива российских фильмов.